вечер. В эфире программа «Хороший, плохой, злой». Евгений Золотухин, журналист. Константин Сурков, «Неслухи». Меня зовут Виталий Попилкин. Я главный редактор news163.ru. Сегодня мы обсуждаем главные темы уходящей недели. Может быть, главные темы даже года. Сегодня прошли, появилась информация, что прошли обыски в Министерстве строительства в областном и обыски в компании «Сити». Не знаю, ли были обыски в компании «Евроальянс» или нет. Давайте эту тему пообсуждаем. Мне кажется, она сейчас будет такой самой интересной, самой главной. Жень, давайте по слову сначала, да, может быть. Ты сегодня занимался же этой темой? Да, и надо сказать, что обыски в компании «Сити», конечно, да, прежде всего нужно оговориться, что пока о результатах обысков ничего не известно, о той стадии, на которой находится следствие, ничего не известно, неизвестно, возбуждено ли уголовное дело, поэтому от каких-то вердиктов, от того, чтобы кого-то здесь судить, наверное, нам стоит воздержаться. Но, тем не менее, могу сказать, что вот общаясь с различными источниками, в том числе и близкими к правоохранительным органам, у меня складывалось ощущение, что обыски в компании «Сити» — это дело очень долгожданное, потому что говорили о чем-то подобном еще перед прошлым Новым годом. Да, да, прошел год, я вот даже помню, что где-то год назад все это началось. Да, и... То есть, да, какая-то неподтвержденная, неофициальная информация уже поступала о том, что компанию «Сити» ждут какие-то очень серьезные потрясения, связанные с визитом правоохранителей. Хинштейна все подогревал. Да, да, на самом деле, как бы вообще компания «Сити» из-за того, видимо, что буквально с 2014 года по 2016 компания, которая себя особо никак не проявляла, стала одним из крупнейших господрядчиков в Самарской области. То есть по данным портала госзатраты, я вот сегодня проверял, у них было, если я не ошибаюсь, заключено 28 контрактов на общую сумму, превышающую 8 миллиардов рублей. И это все с 2014 года, была основная масса. То есть это с 2014 8 миллиардов? Хотя компания была основана в 2008 году. То есть, по сути, получается, что 6 лет она особо себя никак не проявляла, потом вот буквально с 2014 по 2016 год, за 2 года, практически на 8 миллиардов рублей. Причем она попадала в поле зрения не только, как бы, источники о ней говорили, она попадала в поле зрения депутата Госдумы Александра Хинштейна, который, как вы помните, обвинял. Бывшего депутата Госдумы. Ну, сейчас, да, сейчас уже, да. Но тогда, будучи депутатом Госдумы, он обвинял, публично высказывал свои подозрения о сговоре неком, который якобы имел место быть между руководством регионального министерства строительства и руководством, собственно, компании «Сити». Ну, как бы, насколько следствие подтвердит, вообще именно это ли сейчас привлекло внимание следствия, нам неизвестно. Вот сейчас смотрю, вот Анна Сетник комментирует материал News163.ru. Она пишет, что процессуальные действия в Минстрое никак не связаны с подготовкой регионов к чемпионату мира по футболу. ГУМВД России по Самарской области проводит следственные мероприятия в рамках уголовного дела по факту мошенничества при выполнении строительно-монтажных работ по берегу укреплению Саратовского водохранилища у села Рождественно Волжского района. Минстрой оказывает максимальное содействие силовикам. Вот, кстати, я хотел тебя спросить по поводу берега укрепления села Рождественно. Там же тоже давно об этом. Действительно, жалобы на возможные нарушения при проведении работы по берегу укрепления в районе села Рождественно, как минимум, поступали еще и активистам ОНФ. Потому что представители ОНФ не всегда публично, в том числе и в частных беседах, они упоминали о том, что вообще интересы компании «Сити», внимание компании «Сити» на эту компанию обращали и они, и жалобы какие-то поступали и им, особенно связанные... Представители средств массовой информации усилить эту самую скандальность вокруг этих самых отпусков. И самое главное, что главный посыл, который можно было заметить, заключался в том, что обыски стали проходить буквально на следующий день после визита председателя правительства Мутко. Да, вот. И главная попытка каким-то образом привязать это к чемпионату мира. Но, на мой взгляд, здесь надо было все-таки осторожничать, наверное. Это как версия все-таки. Да? Вообще, тем не менее, все эта версия провалилась. Все видим, что люди сделали, возможно, поспешный вывод, хотя соблазн на самом деле был велик. Соблазн был велик, потому что такое событие, вот, например, господин Мутко,
На следующий день в Министерстве строительства начались обыски. Причем, кстати, некоторых смущало то, что даже на, во время инспекции, насколько я понимаю, губернатор отсутствовал, да, то есть там отдельно какое-то мероприятие было, и все сразу увидели заговорчики. Конспирология. Да, просто какая-то конспирология. Написал небольшой материал по поводу вот этой ситуации, тоже там вносит поправки по детскому отдыху, по защите детей. Вот эта ситуация с погибшими 14 подростками в Карелии, и они хотят ужесточить правила отдыха в детских лагерях. Ну, это федеральная инициатива? Да, это федеральная инициатива. Она спустилась из Совета Федерации вниз. Обсуждали ее ровно 40 минут. Значит, обсуждала ее Колесникова, депутат Госдумы, и Сидухина, значит, председательствовала на этом комитете. Ну, там ситуация такая, что, мне кажется, в большей степени пострадают люди, которые организовывают детский отдых коммерческий, да, всякие структуры, потому что им еще больше закручивают гайки, еще больше и больше и больше. И сейчас их обязывают проходить лицензирование. То есть как турфирмы получают, допустим, лицензии, так будут получать компании, которые, значит, занимаются детским отдыхом. А для государственных компаний? Составили реестр. В этом реестре... Они тоже должны будут получить эту лицензию? Они должны попасть в реестр. Прежде всего, этот реестр уже есть, значит, детских оздоровительных лагерей. Оказалось вообще, что очень мало осталось здравниц детских, то есть 4 государственных, 16 частных и, по-моему, 44 муниципальных. Я могу в цифре немного ошибаться. В Самарской области, да. Вот. Ну, речь идет о том, что мы, конечно, сохранили в Самарской области детские здравницы, детские лагеря, но хотелось бы им еще побольше лагерей взять, но вот этот кластер Новокуйбышевский, нефтехимический, он не отдает свои детские лагеря, потому что там отдыхают дети, так скажем, работников предприятий. А вот. Кость, ты хотел немножко поговорить? Я про поводу лицензирования хочу добавить, что здесь, возможно, будут иметь место различные подводные камни, да, кто-то будет пытаться перетягивать эти дела на себя, но, тем не менее, эта инициатива, объясняется необходимостью обеспечения безопасности сети, да, то есть, почему, например, турфирмы лицензируют, да, наверное, для того, чтобы предоставлять качественные услуги. Если какие-то частные организации предоставляют детский там оздоровительный отдых для детей, то должны быть какие-то гарантии, что, отправляя своего ребенка, значит, на отдых, кто уверен, все будет хорошо. Но здесь каким образом выстраивается эта система? Каким образом? Я просто вспоминаю, как проходило лицензирование управляющей компании ЖКХ, да, и когда там все получили лицензирование. Вот это лицензирование, хотя, конечно, область совсем разная. Вообще область детского отдыха, детско-юношеская рекреация, она настолько привлекательна для коммерческого сектора, вот перечислил, сколько у нас осталось государственного муниципального, но есть еще ведомственные. В принципе, как отдельный бизнес, не привязанный к большому заводу, не привязанный к государству, не привязанный к чему-то, это вообще существует? Нет, это существует, например, в Тольятти лагерь «Юность», который раньше принадлежал Тольятти, Волга Цимаш в свое время, буквально то ли лет, наверное, да, появилась информация о том, что она принадлежит частной организации, что в последующем, в силу там, финансовых обстоятельств, существуют риски, что больше не будут организовывать детей. Вот. Но, тем не менее, у нас ведь как, чем занимаются сейчас? Пытаются развивать так называемый туризм на территории, да, Самарской области. То есть руководители региона не смущают, да, вот, перспективы этого направления. Но почему бы нам не заняться действительно именно развитием детского отдыха? Если будут несколько организаций, пускай их будет немного, но они будут качественные услуги предоставлять. Вот. То есть это будет там определенная конкуренция на рынке, борьба за это. Ну и там целая система, и, возможно, они будут действительно востребованы, выгодны для частников. Ну, пока мне кажется, здесь вот то, о чем говорил Виталий, это просто история про то, что история о том, как провести его федеральное решение, вот его просто пускают на место. Да, мне единственное, что смутило, что... Мне кажется, никакого там сильного обсуждения, так же 40 минут, там нечего обсуждать, все совсем согласны. Не, ну то есть, да. Если федеральный закон примут,
то, соответственно, его будут принимать на региональном уровне. Здесь, да нет, просто, здесь просто там, обсуждение, да, инновации. Нет, все, приняли, да, а дальше кто как использует это? Здесь просто мне показалось, что я уловил не так, ну, небольшой такой тренд, да, на то, что все-таки это будет лицензировать. Вот. И мне показалось, что они в большей степени, ну, я не хочу это слово употреблять, обирать, да, вот эти вот компании, ну, немножко закручивать гайки будут. Ну, может быть, что такое закручивание гайки, если, извини, перебью, если будут выработаны определенные требования, если, извините, вы этим требованиям не соответствуете, то... Ну, мы не можем вам предоставить лицензию. Опять же, к вопросу о безопасности. Если там у вас плитка, значит, в туалете обваливается, да, и там вода некачественная, ну как мы можем вам лицензию? У вас дети здесь отдыхать будут. И закручивание гаек. То есть для чего? Для того, чтобы сокращать этот рынок, для того, чтобы добиваться качественным предоставлением услуг. Мне кажется, здесь может быть еще такой поворот. Достаточно обозримо после того, как если они действительно власти примут закон о лицензировании, начнут лицензирование, то частные конторы, скорее всего, либо окажутся не в состоянии его пройти, либо еще столкнутся с какими-то проблемами. И мне кажется, весь смысл все это может, вернее, обернуться тем, что частные детские лагеря, частные санатории просто переведут в собственность государства, что просто будут перекупать за более сниженной стоимостью, потому что может. Они не могут. Они не могут пройти лицензирование, и получится, что о чем ты говоришь, не то, что несколько компаний, там что-то получится, вот это контролирует государство. Никаких подозрительных частных лиц, как иногда да. говорят, никаких там непонятно кого. Это... Ну, лично я в этом не вижу ничего. Ну, знаете, я просто... там есть вот здравоохранение. Государство, да, мы сейчас не говорим, там, везде по-разному относятся, да, но тем не менее, соответственно, ответственность за предоставление услуг находится там в государстве. Не понравилось тебе что-то там, горячее или не Министерство здравоохранения? Ну, то есть, в реальности, когда мы понимаем, что если что-то не понравилось, это ТРИС. Ну, если что-то более страшное, то там, наверное, уже... Ну, это... Тебе от этого не легче. Я просто пытаюсь как бы... Мыслить конструктивно. Да, да. А как это уже будет работать, дальше будем смотреть. Кость, мне кажется, чтобы продолжать, да, разговор о детях. Продолжай, да, разговор о детях. Теперь к школам, да, немножко. К школам, значит... Продолжение темы. Интересный момент, вот, когда Николай Иванович после своего отпуска впервые вышел в личную плоскость, встречаясь с господином Фурсовым, они обсуждали значит, перспективы строительства на территории Самары и четырех школ. Это все, конечно, замечательно на самом деле, но выглядит довольно-таки так... удивительно на фоне того, что... Не, не популистки, нет. Я думаю, что эти проекты будут реализованы в любом случае, в том числе там, при поддержке федерального, средств федерального бюджета. Не зря же мы депутаты все-таки выбирали государственную думу. Самое смешно сейчас, да? Нет, вот, мне не смешно. Но мы... Но мы не платим. Значит... Все это выглядит довольно-таки немножечко удивительно на фоне того, что у нас как минимум в двух сельских районах, в Шигонском и Ставропольском, есть две школы, которые ну, строят около там, 7-8 лет. Это вот школа Селе Новодевичи Шигонского района, которую там с 2008 года строят, и школьный объект в селе Ташол Ставропольского района. Кто подрядчик? Известен? Значит, последний подрядчик по Ташолке, который выполнял работы, была компания СК «Евроальянс». Знакомое что-то, очень знакомое. Знакомое. Да. Вот. Ну, некоторые почему-то проводят аналогию с тем же ООО-Сити. Вот. Но что очень самое похоже. Интересное, очень были... Ну, были выделены бюджетные средства, проводились работы, да, вот, значит, в Ташолке стоит
уже здание. Коробка. Нет, не коробка, здание, окна, да, там все огорожено. Вот, но сдавать должны были, если я не ошибаюсь, по контракту работы завершать в декабре текущего года. Но в конце августа, начало сентября, глава Ставропольского района Измаил Анисимов подписывает дополнительное соглашение, по-моему, с СК «Евроальянс» о расторжении этого договора. И они, значит, назначили там, определили нового подрядчика на торгах по, значит, изменению, по-моему, проектной документации. То есть у нас вот этот долгострой, скажем так, и в Новодевичьем. Хотя еще в 2014 году, когда Николай Иванович первый, пока последний раз посетил Жигунский район, на тот момент глава района Сергей Федисов на вопрос губернатора: так когда сдадите? Сказал: в ноябре, Николай Иванович, все будет. Но, видимо, просто не уточнил год. Да? И все это происходит в тот самый момент, когда мы вроде бы говорим, что у нас в регионе, да, там, значит, крепкий хозяйственник. Но элементарно даже понять, почему, к слову сказать, на школу Новодевичи выделили еще дополнительно порядка там, 33 миллионов. То есть деньги куда-то уходят, объект в эксплуатацию не сдают, а дети, значит, учатся в там, старой школе. Неизвестно, сколько учеников потом уже туда придет, хотя там в Новодевичи, в том же объект на 200 мест. Но буквально завтра, да, там, ну, в пятницу, 25 ноября, значит, представители Губернской думы должны будут выехать на выездное заседание именно как раз по вопросу строительства этого объекта. Мало того, детский сад в селе Жигуны два года, значит, готовили к тому, чтобы ввести в эксплуатацию. С горем пополам, вот в этом году, в августе, аккуратно прямо под выборы, запустили. Совпало очень интересно, совпало, да. Поэтому вот на что, в частности, хотелось бы обратить внимание. То есть давайте мы сначала где-то там старые хвосты подберем, а уже потом будем... Говорить о наушках. Да. Нет, говорить-то можно, но сейчас, да. Вообще, здесь опять, видишь, прослеживается вот эта компания «Евроальянс». Ну, лично мне рассказывали о том, что «Евроальянс», ну, да. «Евроальянс» и «Сити» — это одно и то же. Два стола, три стула, кабинет. Нет, говорить не приходится, просто есть факт, что был подрядчик, и получилась такая ситуация. И если элементарно там по селу Новодевичу хотя бы уже по новому, значит, контракту, когда определят подрядчик, там указан срок, а вот 2017 года сдача объекта, то в Ташелке, ну, там пока неизвестно, когда это будет конечный результат. Это была программа «Хороший, плохой, злой». Евгений Золотухин, журналист, Константин Сурков, «Неслухи». Мы благодарим кофейню «Правда вкуса». Здесь самый бодрящий и хороший кофе. Придем к вам снова обязательно.